как говорил ежик в мультфильме про медвежонка в канун Нового года, он пел такую песню. Теперь зеленой лодочкой на стульях стою. Я хочу, чтобы в Новом году у каждого была елочка не только на столе, не только в квартире, но и в душе. Потому что елка – это ощущение радости, ощущение молодости, запах хвои, запах мандаринов. И Новый год – это всегда радость на душе и ощущение детства. Будьте детьми. Спасибо. С Новым годом.